полицию поступила информация о том, что в ночь со 2 на 3 ноября этого года были повреждены 4 автомобиля, припаркованные на улице Крупской. У 2 иномарок и 2 автомобилей ВАЗ, принадлежащих рязанцам, были разбиты стекла, порезаны шины, колеса и поврежден кузов. Сотрудники полиции установили, что к совершению этих преступлений могут быть причастны 3 приятелей, 2 парня и девушка. Дальше был проведен опрос работников и постоянных посетителей кафе и развлекательных заведений, расположенных в окрестностях улицы Крупской. В одном из кафе был небольшой конфликт между компанией из 2 парней с девушкой и местным жителем. Конфликт быстро разрешился, но благодаря ему бармен запомнил эту компанию и узнал их по описанию, составленному полицейскими по записям камер видеонаблюдения. По видеозаписям видно, что мужчина и женщина молодого возраста и в состоянии опьянения. Заметны характерные особенности внешности. Бармен заметил, что они приходят не постоянно, и в их визитах есть определенная периодичность. Возможно, кто-то из них работает посменно. Оперативники рассчитали дату очередного возможного посещения кафе этой компании и организовали пункт скрытого наблюдения. Прием, описанный братьями Вайнерами и показанный в известном кинофильме «Место встречи изменить нельзя», безошибочно сработал и в этот раз. В предполагаемый вечер один из разыскиваемых мужчин и девушка пришли в кафе. Злоумышленников задержали. Затем разыскали и задержали третьего подозреваемого. Сотрудники полиции установили, что к серии преступлений причастны 2 – 23-летних мужчин и 21-летняя женщина. За что задержаны? За... Ну что он творил-то? Полезла колеса. Одна? Был еще один человек. Ну, полезла я одна. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу сотового телефона у знакомого. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Угон транспортного средства» и «Кража», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Дина Исляева, телекомпания «Город».